Вон. Утром выпили, мне кажется. Да. Послушать легкие, измерить температуру и выписать назначение, если оно необходимо. Каждому пациенту у Фатимы Богатыревой особый подход. Профессию свою она очень любит и ничуть не жалеет, что стала медиком. Услышала, что есть такая программа, подала документы. Наш главный врач подписал мне эти документы и без проблем. Минздрав меня пропустил, и вот с тех пор я в этой программе. Повысить качество и доступность медицинской помощи и привлечь в систему здравоохранения новые кадры. Программа «Земский доктор» действует с 2012 по 2024 годы. В рамках программы врачи, фельдшеры и медсестры могут получить от 500 тысяч до 2 миллионов рублей за готовность работать в малых городах и селах. Дорога не близкая, но, как говорит сама врач, ради таких пациентов и красивого вида из окна можно. Как бы банально это ни звучало, это у меня мечта с детства. Даже в школьные годы, когда в средних школах мы учились, у меня сочинение было, где я написала, что я мечтаю стать врачом. Еще в студенческие годы я работала на станции скорой медицинской помощи у нас на Зране, потому что, ну, это действительно, это моя стихия, это то, что я люблю, то, о чем я никогда не жалею, как бы я ни уставала, что бы ни происходило, даже во времена ковида, когда только коронавирус у нас появился. Не было такого, чтобы я подумала, зачем мне это нужно было. Сейчас Фатима заведует терапевтическим отделением больницы в Галашке. Квалифицированные специалисты не торопятся трудоустраиваться в сельских больницах и амбулаториях. А вот наша героиня решилась, и теперь в сельской здравнице она незаменимый работник. Теперь благодаря программе «Земский доктор» в Галашке появилось сразу несколько специалистов, в их числе и врач-невролог Иса Саутиев. До участия в программе он несколько лет работал в другой больнице. У нас здесь дружный коллектив. Больница небольшая, это участковая больница, но при этом у нас здесь есть узкие специалисты. Население, в принципе, доброжелательное, население нас любит. И в этой больнице я, можно сказать, нашел вторую свою семью. Поучаствовать в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» могут медработники со средним или высшим профессиональным образованием младше 50 лет, готовые отработать в сельской местности 5 лет. Тамара Хашагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.